Я нашел новые круглые порталы в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые порталы в Майнкрафте. Смотрите, они у нас вот такие круглые, разных цветов радуги, очень много интересных персонажей. Это у нас Джек из цифрового цирка, добрая, говорящая Анжела, Соник, Мистер Бист, Губка Боб. Это у нас Стингер, что-то у него глаз опух. Ну и добрый, самый крутой Человек-паук. Ну что ж, давайте начинать. Попрошу вас каждого, друзья, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И напишите в комментариях, кто из них самый крутой. Мы сегодня увидим абсолютно всех, сходим в каждый из этих порталов. Ну а начнем, наверное, с фиолетового и пойдем к Джеку. Погнали! Это что за монстр такой, ребята, смотрите! Бан-бан сидит прямо на Хаги-Ваги! Ты что стреляешь? Ты думал, так просто пройти будешь, проходить испытания, и тебе никто не помешает? Ха-ха-ха, ты слишком сильно ошибался, Зомбак. Стоп, подождите, ребят, там что, добрый Джек из цифрового цирка? Ты что его поймала? Ну отпускай быстро! Ушел отсюда, ты что? Не понимаешь русского языка? Ну-ка, быстренько не трогай его! Какого русского? Я вообще тебя не знаю, ты монстр проклятый! Ой, смотрите, ребята, это же узел! Что они тут делают? Смотрите, он всех поймал! Ты чё динамиты расставил? Ну-ка, монстр, получай! Ты думаешь, мне не пофиг на твое оружие? Ха-ха-ха, ты сильно ошибаешься, Зомбак. Ты слишком много пытался пройти испытаний, но ты попался на меня, и меня не так просто одолеть. Как тебя уничтожить? Я уже вижу, что урон тебе не особо сильно проходит. Может, тебя можно победить только огнеметом? Так, у него какая-то суперсильная базука. Ребят, давайте попробуем его сейчас просто сжечь вот этой огненной пушкой. Так, иди сюда, надо еще до него как-то добраться. Он меня, ребят, отталкивает. Это будет просто? Да я уж понял, что не просто. Ты со своей базукой надоел стрелять. У него очень мощная пушка, ребята, он меня отталкивает. Эй, ты! На, получай! Главное, динамит не взорвать! Ой. Ой, боишься? Горячо, что-то не нравится мне это. Ха, точно! Хаги-Ваги ведь боится огня, ребята! Огнемет нам точно поможет! Давайте попробуем его сейчас выгнать вот туда, в портал, он смотается! На, получай! Боишься, да? Отлично, ребята. Хаги-ваги, бан-банчик убежал. Мы спасли доброго персонажа. Так, Джейк, привет. Да, здорово, Зомбак. Спасибо, что меня спасаешь. Эй, слушай, ключик там для моей двери найди. Да, я вот здесь в сундуке посмотрю. Отлично, ребята, нашли ключик. Давайте сейчас Джейка спасем. Так, приветик, ты можешь быть свободен. Давайте вытащим его сюда наружу. Все, вон твои друзья из цифрового цирка. Я пойду дальше отправляться. Возвращаюсь обратно, погнали. Возвращаемся, ребяточки, обратно из фиолетового портала и отправляемся же сразу же в синий портал смотреть на говорящую Анжелу. Побежали. Такси. О, привет, говорящая Анжела. О, приветики, Зомбак. Да, здорово. А что это? Ух ты, Соник, Тейлз. Чё они там бегают, чё делают? А здесь у нас проходит соревнование, которое нужно пройти. Кто быстрее его пройдет, тот и победил. Ничего себе, смотрите, это действительно Соник и Тейлз, они соревнуются. Название самого быстрого персонажа. Смотрите, они уже побежали. Пока, ну-ка, а давай посмотрим, кто из них победит. За кого ты болеешь? Я болею. Соник, он вообще быстрый. Ну, Соник, да, он все-таки побыстрее, смотри. Ну, вот сейчас Тейлз отрывается вперед. Ну-ка, кто быстрее прибежит на финал? Так, не надо им мешать. И победил Соник! Поздравляем, круто! А хочешь, давай тоже с тобой посражаемся, кто быстрее пробежит? Зомбак, вот видео, я очень быстрая. Ты очень быстрая? Ну, слушай, мне не верится. Ребята, а как вы думаете, кто быстрее пройдет испытание? Я или говорящая Анжела? А может быть, Соник или Тейлз? Вот, они сейчас до конца дойдут, и мы вместе с ними пробежим кружочек. Погнали? Я не против. Давай, айда сюда на старт. Сейчас у нас закончили круг как раз-таки Соник и Тейлз. Погнали со мной, айда, быстрее. Все, они уже побежали, давай. Анжела, догоняй. Так. Нет, подожди, Зомбак, остановись, подожди, давай заново. Заново круг? Ну ты чё, опоздала что ли, споткнулась на начале? Ну чё, Анжела, готова к соревнованиям? Да, я...
Ой, я что-то вижу, ты уже супер быстрая. Ну-ка, давай-ка пробегись-ка, что-то ты странная какая-то. Давай, начинай. Ты как будто молоко вкусное выпила и сейчас будешь быстро бегать. Ну давай, Соник уже Тейлз, смотри, начинает новый круг, побежали быстрее за ними. Ой, ты уже впереди, как ты меня обогнала? Мне Соник выдал суперскорость, и я теперь очень быстрая. Стоп, подожди, ты уже на финале, ты уже прошла испытание, как так? Я сейчас самый последний приду. Нет, подожди-ка. Так, я что-то так не согласен, я проиграл. Тейлз на четвертом месте. Давай еще один кружок. Ну давай. Мири, хочешь меня победить? Ну я не знаю, давай попробую. Я сейчас тебя обгоню. Ух ты, она, ребят, супер быстрая. Анжела реально бегает быстрее всех. Смотрите, она уже прошла. Как так? Ты так быстро бегаешь. Это мне Соник суперскорость выдал. Я теперь очень быстро. Мы с ним сдружились. Ну так, ну вообще, ну ладно, да, хорошо тебе иметь таких друзей. Эх, ладно, пойду я дальше, я сегодня проиграл тебе по скорости, но я обязательно научусь быстро бегать и тебя выиграю. Хорошо, давай. Все, давай, пока, погнал дальше. Фух, ребята, вернулись мы уже из голубого портала, потому что Соник был в этом же испытании. Окей, хорошо, значит, идем в следующий зеленый портал к мистеру Бисту. Если вы, кстати, смотрите его видео, если он вам нравится, поставьте лайк. Ну что ж, погнали к нему. Вау, ребята, это же мистер Бист, здорово! Здорово, зомбак, здорово. Ух ты, это что за богатые жители? Это ты им денежки раздаешь? Столько денег! Да, я раздаю денежки, а ты что думал? Теперь смотри, как видишь этих бомжиков. Ой, ребята, смотрите, это настоящие бомжи в Майнкрафте. И что ты хочешь с ними сделать? Держи денежки, держи, держи. Он, вот, ребят, вот смотрите, делится деньгами просто с бедными жителями. О, он стал богатым! Как ты это сделал? А ты что думал? А ты хочешь таким стать? Да, я тоже хочу стать миллионером. Можно я вот таким же богатым буду, и у меня будет тоже золотая цепь? Тогда тебе нужно пройти вот это испытание и получить миллионы долларов в том сундуке. Миллионы долларов? Ах, слушай, это сложное испытание, я же не справлюсь. Так, ну я немножечко денег поднял, на, забери. Я заработаю их, честно. Давай, что за испытание? Как мне это проходить? Тут прыгаешь вот так на сундук, потом сюда. Ага, я так не... Я так этого... Это с этим я справлюсь легко. Ладно, ладно, я подкину. На тупаке возьми и пролети вот эти колечки. А это что такое полетело? Что за огненный шар? А ты думал, у меня будут простые испытания? Миллион долларов не так просто заработать на моих роликах. Ну да, мистер Бис, я люблю смотреть твои видео. Я знаю, что у тебя очень сложные, интересные испытания. Смотрите, это огненный шар, походу, будет лететь прямо сзади меня, прямо за мной. И будет, ну, мне надо будет от него убегать. Окей, хорошо. Так, берем джетпак и летим, да, получается? Да-да-да, давай пытайся. Я посмотрю и сниму этот контент. Так, ну я сейчас тогда дождусь, вот у нас огненный шар появился, и мне надо взлететь. Так, я умею летать теперь на этом джетпаке, мне надо аккуратненько вот сюда залетать. А если я задену лаву? О, он уже сзади меня! Надо быстрее пролетать, ребята! Ой, аккуратно пролетаем сюда. Так, ну у меня пока что... я не получается, я спотыкаюсь. Ой, он сзади... Ой, я походу не справился, мистер Бист. Я не получу миллион. А можно мне еще одну попытку, пожалуйста? Нет, все. У меня в роли как только одна попытка. Теперь будет следующий проходить. Какой? Другой игрок будет проходить? Да, сейчас я его позову. Подожди-ка с меня в портале. Хорошо, ладно. Ах, ребята, я не справился и не прошел испытание мистера Биста. Смотрите, ну джетпак реально крутой. Я мог заработать миллион долларов, но меня догнал этот огненный шар. Я не справился. Ах, жалко, конечно. Мистер Бист сейчас хочет позвать кого-то другого участника. Так, меня что? Позвали на это шоу. Привет, о, зомбак. Зеро, дружище, привет. Ты что, тоже будешь участвовать в ролике мистера Биста? Да, он меня позвал, говорит, какой-то там этот, нужно пройти испытание, чтобы получить миллион долларов. О, крутяк, давай вместе проходить. Слушай, давай, а кто первый пройдет, то ты получишь миллион, давай. А давай, я тебя победил, спорим? А давай, спорим, давай, полетели. Да. Так. Ой, стой! А я уже полетел. За нами огненный шар летит, Зеро. А, не толкайся.
Я не толкаюсь, я лечу. Главное, не попадись на огненный шар, он реально горячий. Вон он сзади летит, он нас догоняет. Так, ты уже там на финале? Ты что, меня победил? Да, я получаю $1,000,000. Смотри, огненный шар нас почти догнал. Ладно, все честно, ты меня выиграл. И я, блин, почти тебя догнал. Тут реально $1,000,000 был? Ну-ка, покажи. Да. Ух ты, вот это настоящие деньги, круто! Ладно, поздравляю тебя, дружище Зеро. Мистер Бист, ты попадешь в его видео, да? Да, конечно, я же выиграл. Он тут квадрокоптеры еще летают, они скрытные. И они меня сняли, и теперь я получил $1,000,000 и выиграл в его ролике. Ура! Крутяк, ладно, я пойду отправляться дальше. Мне еще ждет много интересных испытаний. Все, давай, пока-пока. Давай, пока. Так, сам мы возвращаемся обратно. Так, ребята, мы можем вернуться из зеленого круглого портала и сразу же отправиться к маленькой вот такой вот Спанч Бобу. Губки Бобу отправляемся, погнали. Ух ты, ребят, смотрите, у них Новый год настал. Стингер горящий. Приветик. Привет. Ой, он огнем пуляется, смотрите. Ты шо? А ну-ка отстань от меня. Я тебя сейчас сожгу в этом испытании. Не надо. Он реально может кидаться огнем. Ой, здесь еще и монстры. Смотрите, что за зеленый нап-нап? Или это бан-бан? Ну-ка, давайте-ка с ними разберемся. А ну, получайте, монстры. Стингер, хватит огнем пуляться. Нет, не хватит. Я тебя сожгу. Он еще меня огнем пуляет, у меня аж чуть рука не поджглась, надо убегать. Ой, здесь все во льду, я еще скольжу, тут падаю. Так, надо как-то его победить. Ну-ка, может, постреляем в него? Получай, Стингер! Ах, мне не больно вообще. А если его тоже попробуют сжечь огнеметом? Ах, да, тупая, конечно, идея, потому что он похож на какого-то короля ада. Ай, он попал в меня огнем! Стингер, ты из какого адского пламени вышел? Ты чё горишь? Я из того ада, который тебе и не снился. Он реально какой-то король адского мира. Смотрите, ребята, Стингер, у него корона адская. Смотрите, горящая. Надо его как-то победить. А чё мне для этого сделать? Ой, что это такое? Кто там, интересно, внизу сидит? Ладно, мы до этого обязательно доберемся. Только сперва надо с вот этим Стингером как-то справиться. Так, слушайте, ну огнеметом его не взять. Может быть, электрическую пушку возьмем? Ну-ка попробуем, может, электричество его победит. На! Вот, ну-ка. Чё, нет, прячешься, нет, да? Надо. Боишься электричества? Ага, конечно. На тебе, Стингер. Так, еще пару ударов. Ух, там еще какой-то монстр. Иди сюда, Стингер, получай. Нет, пожалуйста, не надо. Как в него попасть? Ой, на меня тут какой-то радужный друг напал еще. Получайте, монстры. Я вас сейчас всех одолею и спасу. Спанч Боба, скорее всего, он тоже здесь. Надо его вытащить. Так, берем электрическую пушку. Он везде все поджег. Смотрите, сейчас все растает и водой затопит. Стингер, получай! Ой, на тебе! Ой, больно, нет, нет! Отлично, ребяточки! Стингер побежден! Ой, все здесь поджег, смотрите. Сейчас снеговики растают. Надо огонек потушить. Ой, ой, горячий! Я прям в руку взял огонек. Фух. Так, а что за стрелочка тут такая? Смотрите, там кирка. Ну-ка, давайте пойдем. А, горячая! Возьмем кирку и посмотрим, что здесь. Смотрите, здесь наковальнями все рассыпало. Так, раскопаемся, посмотрим, там что-то есть. О, смотрите, это же Спанч Боб. Эй, Губка Боб, привет. Привет, Зомбак, спасибо, что меня спас из этого ада. Это очень было страшно. Да, это что, тебе адский Стингер, что ли, посадил вниз? Да, это он меня из Бикини-Ботом вытащил и сказал, будешь тут сидеть, Зомбак придет за тобой. Он хотел, чтобы ты пришел специально. А, это была ловушка для меня, чтобы меня поймать и поджечь. Эх, прости, да. Спанч Боб, что тебя использовали и вот так вот посадили в ловушку. Да самое главное, что ты меня спас, и я теперь могу отправиться в Бикини-Ботом. Да, все, давай, делай вкусные крас-бургеры, а я пойду дальше. Ой, тут уже вода все растаяла, надо сматываться. Все, давай, пока-пока, Спанч Боб. Так, возвращаемся обратно. Ух, и вернулись мы уже обратно из оранжевого портала. Очень неожиданно было, что Стингер напал на Спанч Боба. Ладно, погнали в следующий портал к вот этому Спайдермену. Отправляемся. Вау, Человек-паук, привет!
О, привет, зомбак! Ох, у нас большие, короче, поиски клада, и нам нужно срочно найти клад. Ты не готов помочь мне? Конечно, я тебе помогу, Человек-паук, ты чё? Я всегда рад тебе помочь. Ты реально крутой, смотри, ты же всегда приходишь всем на помощь. А чё надо делать? Ну, клад искать, копать, везде всю перекапывать, может где-то под водой он спрятан. Видишь, как делают шахтеры? Да, я вижу, ты тут уже работников нанял, смотри. Ой, тут реально карта клада настоящая. Смотрите, вот здесь путь нарисован, и отмечено сокровище. О, мы что, будем искать миллионы долларов? Или что мы ищем? Да, только сначала одень мой костюм. А, точно, я что, еще и супергероем стану? У-у-у. Ну, конечно. Ребята, мне сегодня нравится ролик, я еще и превратился в Человека-паука. Ну да, я, конечно, не настолько красивый, как ты, у тебя прям оригинальный костюм Спайдермена. Ты крутой. Ну, это как... Ты его сохранил и сейчас дал мне поносить, круто! Спасибо большое. Слушай, да, а как думаешь, где тут может быть спрятан клад? Мы его найдем? Я думаю, что да, найдем по-любому. Вот держите кирку, вместе со мной копай, где-то он здесь спрятан. Кстати, а что за клад-то? Что там спрятали? Ой, там самую важную реликвию спрятаны. Это реликвия того самого, ну ты, я думаю, его по-любому знаешь, Аквамена. Аквамена? Стоп, у него ведь был трезубец. Мы что, будем искать трезубец Аквамена? Да, это очень важная реликвия, и ни в коем случае нельзя, чтобы монстры нашли его раньше, потому что за ним охотятся самые настоящие скибиди-туалеты, и они могут найти этот трезубец, поэтому помоги мне быстрее. Да-да-да, конечно, давай, я вот здесь за рудой проверю. Так, здесь изумрудами ничего нет, ну смотрите, вот тут карта отмечена, здесь пусто. Так, может вот здесь вот, прям под песочком? Тоже да. Нету. Слушай, там я пока... видел один из этих шахтеров в воде плавал, искал. Может, где-то в воде посмотреть? Слушай, ты пока ищи, и мне нужно по делам отойти на пару секунд. Да, конечно, сходи, спасай мир. Я сейчас посмотрю. Смотрите, эти все шахтеры реально ходят, ищут. Один вот здесь копает, чё как раскопки, смотрите. В принципе, о, можешь найти. А что здесь происходит? Ой, привет, скибиди туалет. А я тут помогаю Человеку-пауку, а ты что тут делаешь? А в чем ты ему помогаешь? Ну-ка, на минуточку скажи-кась, о чем ты ему помогаешь? Мы так просто играем, уходи давай отсюда, ничего здесь нету, не надо тут быть. Уходи, ну-ка, получай, уходи отсюда. Ты говоришь, ничего здесь нету, такс, не зря же здесь ищут. Эй, не копай! А ну, уходи отсюда. Неужели? Здесь где-то находится тот самый трезубец Аквамена, чтобы мы смогли уничтожить всех ТВ-менов. Эй, слышь ты, туалет, ну-ка получай быстро! Ну-ка уходи отсюда, вас сейчас Человек-паук срочно сюда! Но, ребят, нет, этот туалет очень сильный. Смотрите, он сейчас раскопает все, он там что-то нашел. Стоп, нет! Эй, что-то там раскопал, уходи отсюда, быстро! Ай, больно! Подожди, там какой-то сундук, надо как-то к нему быстрее приплыть. Ребят, ой, какой там сундук? Ой, я куда-то под воду спустился, что это за место такое? Эй, слышь ты, быстро получай, монстряга. Так, блин, говорит, там какой-то сундук, надо посмотреть. О, я, кажется, нашел секретную подводную комнату. Заходим сюда, здесь реально сундук. Ой, он до него докопался. Забираем трезубцы. Отдай, нет. Там ничего не было. Там ничего не было, все, пока. Нет, отдай мне трезубец, я его видел. Ой, ничего там не было. Так, трезубец у меня, теперь ты в моей власти. А ну быстро уходи отсюда, иначе я сломаю трезубец пополам. Нет, ты его не сломаешь, отдай мне этот трезубец. Так, один раз, два, сейчас сломаю. Это слишком супер сила, тебе ее нельзя. Сейчас я одним ударом тебя уничтожу, смотри. Раз, два, получай, давай! Смотрите, ребята, как легко мы его одолели. Человек-паук, ну ты где? Ну я уже даже трезубец нашел, мне нужна твоя помощь. О, ты вернулся наконец-то! Да, я дрался с этим, с как его, осьминогом, помнишь его? Да, осьминога помню, а я тут победил этого, скибиди-монстра туалета, представляешь? Стоп, они уже сюда пришли, это очень плохо. Трезубец, быстрее мне отдай, мне нужно его унести, быстрее.
А что если ты один из кибитет-дуалетов и превратился в Человека-паука? Да я не умею, не могут они превратиться в Человека-паука. Срочно отдай его, мне нужно его вернуть. Быстрее, да, зомбак, сейчас, это ладно, не конечно, я сейчас выберусь отсюда. Только мне бы как-то отсюда выбраться. Я застрял. Сейчас я выбирайся спробую. Быстрее. Так, ну я, кстати, нашел почему-то 2-3 зубца. А какой из них настоящий? Все 2 настоящих. Один Аквамен, это копия в случае, если он его потерял. Быстрее мне отдавай, мне всё. Быстро нужно. Да, на, держи, вот оба 3 зубца. Ой, наконец-то дал. Все, пока, зомбак. Так, ребят, Человек-паук убежал уже. Фух, мы помогли ему, смотрите, мы нашли, мне он даже, а он оставил мне в подарок свой костюмчик. Ладно, не будем его себе забирать, это все-таки его первый костюм, оставим ему в подарок. Все, ну как не подарок, это его костюм. Все, давайте возвращаться обратно, ребята. Здесь мы совсем справились и помогли Человеку-пауку, погнали. Возвращаемся, друзья, обратно. Вот такое у нас видео сегодня получилось. И я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Зомбак. И до новых встреч, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.